Главное в танце – это раскрепощенность и как бы дать себе возможность просто расслабиться и наслаждаться танцем. Танцу можно научиться со временем, лишь бы было желание. Мое увлечение бальными танцами, на тот момент в городе не было таких коллективов, мне предложили вести, попробовать набрать группу именно по спортивным бальным танцам. Мы организовали свой коллектив на базе ДК «Пульс» в апреле 1998 года. Назвали как раз в честь апреля. Мне очень нравится французский язык, поэтому выбирали что-то из французского. И где-то в революционное время во Франции апрель назывался «Жерминаль». Также это в переводе с французского «Росток». То есть мы начали расти с апреля 1998 года. Последние где-то два года мы очень много выступаем именно в Клинском районе, поэтому на фестивале не всегда получается выехать. Одно из последних, которое мы посетили фестиваль, это было «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, где мы получили невысокую награду, но мы тоже ей гордимся, на международном фестивале «Парад планет». Тоже невысокая награда, но мы тоже ей гордимся. Начинающим хореографам больше доброты и заинтересованности именно в детях.